Студенты техникумов и колледжей будут обучаться на производстве. Представители бизнеса, образовательных учреждений и Министерства образования республики подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по организации системы дуального обучения при подготовке рабочих кадров. Согласно ей, студенты будут изучать тонкости профессии не только в аудиториях, но и получать необходимые навыки непосредственно на производстве. В общей сложности половину всего учебного года они должны отвести на практические занятия. Это позволит, как считают стороны, повысить качество образования, уровень знаний выпускаемых специалистов. Раньше наши студенты в основном весь учебный процесс проводили в наших учебных заведениях, техникумах, колледжах. И сейчас будут непосредственно работать на тех предприятиях, в которых должны они трудоустроиться. Раньше были такие энные месяцы, например, апрель-май, и невозможно было зимой проходить практику. Сейчас наши образовательные учреждения могут под работодателя сделать свою рабочую программу и внедрить дуальность образования.